Всем привет, с вами Doom. Сегодня распакуем Морталовскую сокровищницу, посмотрим, что выпадет. Так, заглянем сейчас. Вот у меня на Магнуса уже есть посох. Ну и давайте смотреть, что же выпадет сейчас. Та-да-дам, та, такое у меня уже есть. Черт. Опа, еще и вторая шмоточка, нифига себе. По-моему, уже одна выпадает. Вот это поворотик. Ну, вард у меня уже есть на пугну, так что могу с кем-нибудь поменяться, если у вас есть имморталовские там тоже шмотки, компендиум, то пишите, посмотрим, на что можно будет обменять. И также, если у кого есть, вообще, может, кто уже в доту не играет, ненужные шмотки, то с радостью, так сказать, приму в дар эти шмотки, так как свои уже все, что не нужно было, уже успел перековать, ну, вот все, что осталось. Вот, так что, если у вас есть ненужные вещи, вообще без разницы, на какого героя, любого там как качества, да, комонки, не комонки, вообще без разницы, то пишите мне в Steam. Steam будет под этим видео. Ну вот, собственно, и все. Вот такая мне попалась имморталочка. Сразу аж две шмотки, так в первый раз, по-моему, мне выпадает. Ну и ждем третью. Там должна быть имморталка на Зевса. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока!